Героическая дата в истории Великой Отечественной войны. 79 лет назад советская армия начала контрнаступление против фашистских войск в битве за Москву. Вспомнить о подвиге земляков люберчане собрались возле Вечного огня. На церемонии присутствовали министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков и глава Люберец Владимир Ружицкий. Вместе с собравшимися они почтили память павших в битве под Москвой минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Мы последнее поколение, которое застало наших дедов, наших прадедов, тех, кто воевал, тот, кто трудился в тылу и может эту эмоцию передавать дальше нашим уже детям, нашим внукам, потому что их подвиг будет жить, пока будет жива память. Поэтому хочется, конечно, им сказать огромное спасибо, низкий поклон, тот, кто еще здравствует, долгих лет жизни.